Всем привет-привет! Вы на канале Урокоделие, меня зовут Елена. Сегодня я хочу объявить для себя неделю стартов. Но неделя стартов не обычное вязание, а именно игрушечки. Я уже так делала, мне понравилось. В общем, и я хочу продолжить эту традицию. Но, наверное, я буду начинать не 7 дней, как было у меня, а, скорее всего, буду 5 дней стартовать и 6-7 день довязывать то, что у меня есть. Сегодня первый день, но это будет у меня день исключение, когда я не буду выбирать кубиком, что мне вязать. Это у меня будет день, то, что у меня вяжется моим детям по заказу, прям сразу и немедленно. Вот, это я выбрала такой, вернее, не я, Катюша выбрала такой, такую игрушечку. Это пудель мастер-класс Анастасии Макеева, бесплатно, в бесплатном доступе я его нашла, распечатала. И пряжу выбрала также у меня Катюша. Это красный цвет, либо желтый, либо белый. Я еще пока не определилась, каким цветом буду вязать. Возможно, всех трех. Но что маловероятно. Также тело собачки я хочу вязать вот либо таким цветом. Но это такой, знаете, топленое молоко. Либо таким сереньким. Он немного темнее, чем он показывает на камеру. Мне почему-то хочется вот таким цветом, чтобы был пудель. Либо таким. Вот, в общем, буду также по ходу вязания определять, что и как у меня будет получаться. Видео будут небольшие, и хэштег будет обычный, неделя стартов просто. Я не какой-то там мудрёный хэштег не придумываю, не свой личный какой-то там именной. Нет, это просто для себя, для стимула какого-то. Я знаю, что у меня есть игрушечки, которые нужно довязывать, неделя финишей там, или как-то обозвать этот вид. Вернее, не вид, а это направление свое вязание, да, чтобы не довязок меньше было. Но не могу никак угомониться. Хочу начинать новые игрушечки. Вот, поэтому сегодня старт, первый день, пусть не понедельник, сегодня 10 февраля, среда, но я начну для себя. В общем, вот завтра я уже буду кидать кубик и определить кубик, что мне вязать. Сегодня без исключения вяжу собачку. Вот, все. И вечером подключусь, покажу, что у меня получилось за целый день. Уже хочу оговориться, вяжу я не целый день. Я вяжу тогда, когда есть на это время, желание, свободная какая-то минуточка от домашних дел, потому что их никто не отменял. В общем, кто желает, можете присоединиться. Неважно, какие сроки вы укладываетесь. Можно даже финиши показать, когда вы вообще закончите все свои работы. И показать одним каким-то видео, либо показывать игрушечки. В общем, не знаю, там каждый день выставляете, если вы каждый день вяжете, довязываете, выставляете. Вот. Кто захочет присоединиться, у кого нет канала, пожалуйста, присоединяйтесь. В любые соцсети мне пишите. Соцсети будут оставлены внизу под ссылочкой, под видео. Я буду принимать вас. Пожалуйста, буду выставлять ваши работы, если на это есть желание. В общем, до того, как вы вяжете, показать клубочки, что будете вязать. И процесс работы, я думаю, что можно тоже зафиксировать хотя бы там на какой-то стадии. И потом уже показать итоговый результат, что у вас получилось. Вот, приветствуются фотографии, можете посылать мне не больше 3. Вот, я буду выставлять, подписывать вас, и кому интересно, потому что была практика такая у Марины на канале, как же Маринин канал называется, «Вязальная жизнь на полярном круге», она делала так, но у нее там были вязания не игрушечки, а изделия. Вот, мне столько изделий пока не надо, поэтому я вяжу игрушечки. Вяжем, повяжем, и, возможно, я подключусь и покажу в процессе, что у меня получается, и... В общем, итог в конце дня. Что же у меня в итоге получится? Все, вяжем, повяжем, пока не прощаюсь. Не могу не подключиться. Вот такой формат у меня прям буквально только-только. Вот я связала вот такую интересную штучку. Глазки запаяла, как я обычно делаю. Может, плохо видно просто, чтобы они у меня не выпали, да, вот такие. Выбрала я вот такие глазки. Они у меня пришли в последние мои посылочки с Алиэкспресс. Я заказывала. Захотела именно такие, глиттерные, да, такие блестящие, классные. Я, честно говоря, думала, он будет большой, но он маленький, этот пудель. Он получается, там написано, по-моему, 20 сантиметров, что ли, должен получиться. Я, честно говоря, удивлена. Буквально вот такая вот штучка. Ну, прикольно, наверное, будет. Я думаю, что как раз сижу, думаю, надо заснять этот момент, чтобы вам что-то показать. Вот. Параллельно там снимала также видео, оставила пока все на месте. И дальше продолжаю вязать.
Итак, хочу подвести итоги первого дня стартов своего проекта «Неделя стартов по игрушечкам». Я заявляла, сейчас покажу, вот такого пуделя. Мне нужно связать вот такого пуделя. Цвета выбирала у меня Катерина. В каком же цвете я начала вязать? Конечно же, в желтом. Связала я для этого пуделя ушки. Так, маленько уберу. Ушки. Связала я, это у меня верхние лапки, я их не закрыла, вот здесь вот ниточки оставила, чтобы было отличие, где верхние, где нижние. Связала я нижние лапки, связала я хвостик, вот такой вот хвостик интересно получился, мордочку, вот такая мордочка, да. И вчера я связала основу для головы. И смотрите, какое прикольное получается. Мне Катюша подошла. Я вчера очень удивилась, что такая маленькая вообще игрушечка будет. Я думала, ну она будет, ну хотя бы какая-нибудь большая. Вот, и я, Катюша сегодня ко мне подошла и говорит: это что такое? Это так будет? Так смешно? И мы с ней так маленько посмеялись, какой-то Буратино получается. В общем, пока, конечно, игрушка не оформлена, непонятно, что это будет. И, честно говоря, она получается малышка-малышка такая. Вот, честно, я хотела бы, чтобы она была чуть-чуть побольше. Ну, может быть, оно и лучше. Может быть, она и прелесть будет в ней, как бы, что она такая. В общем, тут написано, что игрушка, рост игрушки при использовании материала, ну, который автор озвучивает, 15 сантиметров сидя и 22 полностью. В общем, посмотрю, когда уже довяжу до конца и сошью. Напоминаю, что мастер-класс Анастасии Макеевой бесплатно в Ютубе. В общем, где-то я бесплатно нашла, либо ВКонтакте, либо в Ютубе. И Катя ко мне подходит сегодня и говорит: мама, а где у нее живот? Как раз-таки живот мне осталось довязать. Живот, ну как бы она назвала живот, тело. Мне осталось довязать тело, и я уже вчера не стала вязать. По какой причине? У меня закончилась вот такая ниточка, и я еле нашла моточек. Наверное, это был последний моточек. А темно же уже, как бы вечер, не очень как бы светло. И отличается пряжа, в общем, еле-еле нашла. Это 0,7, я помню, я заказывала его для тела на кукол. Его было очень мало, буквально поштучно, там моточка 2 мне, по-моему, послала девушка, у которой я заказываю. Потому что ее было очень мало. А так я беру упаковками пряжу. И, в общем, таким цветом начала я. Этим и буду продолжать. Сегодня я уже заканчивать эту игрушку, наверное, не буду. Сегодня у меня неделя стартов продолжается. И начну. Буквально вот сейчас выберу, что я хочу. Я хотела, кстати, кубиком выбирать, что у меня, в общем, что я буду вязать. Но кубик куда-то благополучно у меня убежал. У него ноги выросли. Пойду сейчас искать. Я помню, что у меня Катюша просила его, обратно, видимо, не положила. В общем, не хочу я так, чтобы наобум, а хочу, чтобы кубик сгенерировал мои хотелки, что я хочу начинать. А может быть, нет? А может быть, да. В общем, пойду сейчас. Это видео я буду заканчивать. Итоговую работу я покажу, наверное, уже в конце всего вот этого моего начинания, да, всего этого процесса совместного проекта, вернее, не совместного, а просто проекта моего личного. Вот, поэтому в конце покажу и не буду, наверное, показывать больше, что у меня двигается по игрушечкам, которые я начала. И у меня еще такой вопрос. Нужно ли вводить сюда недовязы? Наверное, может быть, нет. Потому что это все-таки неделя стартов у меня, не недовязов, да? Хотя я хотела, а вдруг что-то там у меня продвинется по недовязам. Нет, наверное, я не буду вводить недовязы. А у меня целая папка, вы бы видели, сейчас, секунду. Вот такая папка у меня, моих хотелок распечатанных всяких-всяких. Ну вот это вот один мастер-класс такой большой. У меня много-много чего, и я хочу повязать много-много чего. Это те игрушки, которые я практически оттуда ничего не вязала. Вот, вот такая вот я, да. Столько всего, хотелок у меня много. В общем, вот такой у меня зверёныш пока на этой стадии. И дальше буду разводить недовязы. Все, всем приятного просмотра. Спасибо, вернее, за просмотры, за то, что вы приходите, комментируете. Очень приятно, когда пишете, когда есть обратная связь. И все, всем спасибо. Вяжем, повяжем. Пока-пока-пока.